Ничто не вечно, други. Ничто не вечно. Тем более в суровых условиях эксплуатации. Появляются вот такие прорехи. По-другому не называть, потому что это самая такая часть саней ударная. Встречает ситоросы и так далее. Ну и пробивается соответственно. Вот решили подлатать. С двух сторон ставим латки. Это жесть, Коль, да? Да. Жестяные латки. А, стянули на, сначала на болтики. Вот как вы видите. Обмяли по форме. Обстучали молотком до шарика металлическим. Сейчас будем все это дело подрезать. Задавать нужный угол. Клепать. А потом Колька, Колька, всем известный Колька Леонтьев. Всем известный мастер. В общем, следующее, что мы делаем, это разрезали газовую трубу. С газовой трубы получилось 4 вот таких вот лыжи. Там есть полоски на ней. Собственно говоря, по полоскам мы разрезали. Получилась газовая труба на 4 лыжи. Вот 2 лыжи мы используем, чтобы закрыть теперь эти закладки жестяные. А снизу мы уже сделали. Снизу мы уже сделали вот с таким вот загибом, получается, грели феном спереди, где более ударная часть, поставили мебельные болты. А сзади, ну, по всей длине, вот покажу здесь болтик на 6, получается, Коль, да, он? Болтик на 6, и подшлифовывая болгаркой, он подтапливается сюда, потому что нагревается. Вот получились вот такие вот болтики по всей длине. Теперь вот эта вот незащищенная часть саней, странно, что производитель ее не защищает, а закрывает только здесь. Самое уязвленное место, хотя вот здесь вот, вот эти углы, вот эти бока вытираются очень часто. Сейчас мы это закрываем все газовой трубой. Будем ее греть, загибать по форме саней. Ну и сзади попробуем сделать то же самое, нагреть и загнуть тоже по форме саней, чтобы при езде задним ходом не было какого-то оборожения. Упора, стопора. В общем, чтобы они катились нормально. Едем дальше.